Теперь, Дмитрий, что касается госэкспертизы строительного объекта. Значит, госэкспертиза будет вестись не строительного объекта, а проектной документации. Сейчас наши специалисты проводят консультации по вопросам охраны труда, по пожарной безопасности и так далее. Идет предварительная работа, а потом уже в составе всего проекта будет окончательная экспертиза, собственно говоря. Я на начало вебинара не успел, но Павел должен был показать вам ролик. Это уже архитектурное решение площадки и здания. Единственное, что там будет еще пару вариантов оформления внешнего, имеется в виду палитра, гамма и так далее. Но то, что сейчас представлено, было на ролике, небольшой ролик сделан, там учтены все замечания, пожелания партнеров, коллег, которые приняли участие, высказали свое мнение. Помните, были листочки, там интерьеры, экстерьеры. Все это было учтено. На финише будет у нас сейчас три варианта. И будет несколько дней для того, чтобы определиться предпочтением отдать одному из них. И дальше все пойдет уже в финишную работу.